С 28 февраля по 2 марта 2023 года в рамках школы для представителей студенческих объединений прошел конкурс «Лучшая профсоюзная команда». На протяжении 3 дней студенты демонстрировали свои знания в законодательной сфере, презентовали приемную кампанию по привлечению первокурсников в профсоюз, а также демонстрировали быструю и слаженную работу в команде. Капитаны использовали все свои умения и навыки, соревнуясь между собой, а команды рассказывали о направлениях работы своих профбюро в конкурсе «Визитная карточка». Наша визитная карточка, она была немножко необычной, потому что мы подходили к этому вопросу с творческим взглядом. Она отличалась всем от других команд тем, что мы больше как-то рассказывали, что это больше немножко в шуточном формате, но тоже также не забывали говорить о фактах, точно говорили о том, чем мы занимаемся, какие у нас функции, кто за что отвечает, кого, как и зачем мы спасали. И в целом, что мы делаем в институте и внутри университета. Основная задача профсоюза – это защита прав студентов, то есть участие в спорных ситуациях с преподавателями, с получением мест в общежитии или вопрос об отчислении. Также члены профсоюза получают путевки в санатории по льготным ценам или вообще бесплатно. Те, кто с первого курса интересуется профсоюзом, уже в ближайшем будущем ощутят преимущество. Участие в организации делает действия студентов весомее, ведь задача профсоюза – улучшать жизнь учащихся в вузе. В каждом институте В институте КФУ существует профсоюз-бюро. Так, например, команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций одержала победу в конкурсе и стала лучшей профсоюзной командой в Республике Татарстан. Победу мы ожидали еще до приезда на конкурс, но потом, когда мы приехали и увидели другие команды, увидели их уровень подготовки, мы поняли, что легко нам, опять же, ничего не дастся. Нужно будет стараться и пытаться доказывать то, что мы реально лучшие профбюро и Казанского федерального университета, и Сейчас членами профсоюза в Казанском федеральном университете являются более 22 тысяч студентов. Ты тоже можешь стать частью этой организации. Для более подробной информации можете ознакомиться на сайте Уникса. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Универньюз.